вас есть, друзья, по 5 подходов, смотрим. На один вечер сцена Дмитровского драматического театра «Большое гнездо» была в полном распоряжении молодых актеров, представляющих детский музыкальный театр «Колесо» и образцовый театр-студию «Арлекин». На пару часов они стали соперниками, участниками театральной игры «Импровизационный баттл». Импровизационный баттл – это единственный профессиональный конкурс в жанре актерской импровизации. Это состязание двух команд в остроумии, находчивости и непредсказуемости, то есть в жанре импровизации. Импровизация – это основа основ актерского мастерства. На протяжении 5 раундов командам давались различные замысловатые задания. К примеру, обыграть конкретный предмет так, если бы он был не собой, а чем-то другим, причем похожим по форме. Несколько секунд размышления, и командная импровизация готова. Молодой человек, в мире вообще-то коронавирус. Зрители принимали самое активное участие в этом импровизационном баттле. В одном из раундов они даже придумывали локацию, героев и ситуацию, в которой оказались эти герои. Участники команд, войдя в образ, пытались выйти из предлагаемой ситуации. Юные актеры использовали все свои ресурсы – мимику, жесты, эмоции. Получалось очень весело и оригинально. Импровизации команд оценивало жюри, в составе которого были люди, для которых слова «сцена», «творчество» и «театр» являются профессиональными терминами. Ведущий баттла Максим Драченин с участниками команд уже встречался. Будучи профессиональным актером, он давал мастер-класс по основам импровизации. Конкретнее рассказывал 10 правил актерской импровизации, которые необходимо знать каждому актеру. Областной конкурс «Театральный поединок» он состоит из двух основных частей. Это образовательная часть и конкурсная. То есть в рамках образовательной мы проводим мастер-классы. Наши московские столичные педагоги, уже опытные участники проекта «Театральный импровизационный баттл», проводят мастер-классы, делятся секретами, лайфхаками, как лучше существовать здесь и сейчас, подсказывают друг друга. И уже вот после этой образовательной программы, после серии мастер-классов, итог, что поняли, чему научились и куда дальше надо развиваться. Импровизационный баттл проходит в рамках большого областного конкурса «Театральный поединок». Этот конкурс поддерживает Министерство культуры Московской области и Центр культурных инициатив. Участники – как юные актеры, так и взрослые. Что же касается дмитровских юных актеров, то они молодцы. Смогли создать истинную творческую атмосферу театрального поединка. Однако импровизационный баттл – это все же конкурс, где должен быть победитель. В сегодняшнем батле, театральном поединке, наибольшее количество баллов набрала команда театра «Арлекин». Эмоции просто зашкаливают на самом деле. Все было невероятно круто. Мне очень понравилось. Эти эмоции невозможно передать. Наша команда работала как один большой механизм. Мы семья, мы выложились как могли. Мы делали все, что могли, и делали это с удовольствием. Просто большое дмитровское счастье.